И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival World, все так же с модом Afterlife, все так же на сервере Savage PvP 10x. Это уже 190 выпуск по Арку, и это офигенно. Это офигенно, это очень большой выпуск, если честно. Вот, и, собственно, что же нас ждет в этом выпуске? Как видите, у меня в инвентаре есть ворота. Да-да, господи, вы и так уже по названию поняли, что как вариант мы будем... Хотя, может, и не поняли, у меня бывает так, что и непонятно по названию. В общем, сегодня, наконец-то приступим к томлению... этих желтеньких альфачей. Кстати, я там убил тиранозавра, я решил не убивать, потому что он торпорчика накидывает нехило, я решил его не трогать. А вот карнач там бегал, я его убил, он бегал 125 левел, и чутка сложновато было уже его убить. Но как я назвал предыдущую предыдущую серию «Убийцы в клетке», оно так и получилось, кстати, реально. Я сначала думал, что-нибудь типа дот, что-нибудь еще что-то. А потом просто такая мысль в голову: убийца в клетке. Ну, по сути же, реально, оно так и получается. Убийца сидел в клетке и просто всех убивал, нагибал. Вот, и, собственно, вот получилось нормально. Он все, так сказать, завалил карнача и еще немножечко прокачался. О, чувак бегает. Вот, и немножечко прокачался. Все как бы хорошо, но что же я хочу сегодня делать? Я хочу сегодня делать именно томить этого говнюка, начать альфачей уже улучшать. Во-первых, я взял 6 каменных ворот и дверей, я не знаю, взял 2 фундамента и 2 кровати, чтобы там сейчас спавниться. Полетим на птерчике. Да, мой добрый старый птерчик, которого я чуть было не всрал. Реально, у меня дерево, оказывается, лежит. Я его чуть не всрал, это просто кошмар какой-то был. Такой момент жесткий. Я уже несколько раз чуть не всрал, если уж на то пошло. Вот, но все хорошо. Так сказать, жив цел. Орел. Ну, он, конечно, не орел, но тоже летун. Так, давайте сейчас дерево уберу. А почему я начал ночью снимать? Ну, это же логично. Альфачи-то лучше ночью видно. А этот козел еще и под водой сидит. Так что тут, короче, без вариантов. Тут без вариантов. На взлет, как говорится, и вперед. А кто, если меня бегал-то? Еще бегает или не бегает? Ну, да, и бог с ним. А нет, он вроде бы бегает. Ну-ка. А, да, он бегает. Блин, я хотел просто посмотреть, кто это. Мне как-то пофигу на него, но хотел посмотреть, кто это бегает там. Ник! Ник, хочу знать. Хочу знать. Вот, кстати, мешок там волка. Блин, так много у меня тут кого бегает. White Smoke. ПВЕ. Ну, видать, это он, наверное, и бегает из этого трайба. Ну, тут мало кого еще будет бегать. Точнее, я этот плод даже не видел, можно так сказать. Если бы не этот чувак, я даже бы не обратил внимания. Ну да и ладно. Погнали. Мне как-то на него пофигу, как говорится, пока он членовредительством не занимается, мне на него пофигу. Хотел сразу сказать, да, народ, вы пишите порой советы и так далее. Мне там советовали: поставь кормушку под лестницу. Ну, как бы вы советы-то пишете, да, но суть в том, что, во-первых, я это уже сделал, во-вторых, у меня серия выходит с задержкой в неделю. Вот, поэтому как бы уж не серчайте, если вы советуете, а я это делаю там через несколько серий, причем сам додумался до этого. Вот, что-то типа того. Если по совету, так сказать, я это сделал, то я это так и скажу, что спасибо, посоветовали, сделал. Так, ладно, погнали. Я ищу этого сраного угря. И вот в этом-то получается вся загвоздка. Да, если бы у меня был бы птерчик, альфа-птер, которого все выдают, мне было бы легче. Насколько я знаю, он умеет под водой плавать. Но
Я решил не брать его, чисто из принципа, чтобы играть по дефолту. Вот, поэтому как бы лох, то судьба и, собственно, страдает, называется сам. Его искать будет сложнее. Плюс у меня еще не открылись все вот эти вот подводники и так далее. Тоже будет тяжело, плавать под водой не получится по-нормальному, и в этом будет вся маленькая загвоздка. Как я уже сказал, лучше всего летать ночью. Ночью это куда басявее, все намного лучше видно. Вот, и намного легче. Как вариант, я буду томить его не около дома. Сейчас я лечу на луч. Ага, стоп. Землица. Вот. Как вариант, буду не около дома, а буду где-нибудь. Так, так, тоже скину. Мне они нафиг сейчас не нужны. На тот случай, если я сдохну без птера, то все хорошо будет. У меня все останется в нем. А чего вообще говорю? Вот он, угорь, видите? Вот, вот, видите, как его хорошо видно. Эх, красота. А все из-за того, что я ночью это делаю. Ну и, собственно, вот рядом есть острова, так что вообще проблема это у меня не составит его притомить. Давай, 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 давай. О, отлично, я еще успел к контейнеру. Такс. Что это тут у нас? О, какое-то село. Ихтиозавра. Блин, ну ладно, тоже неплохо. Возможно, и буду томить его когда-нибудь. Так, теперь что мне нужно сделать? Ну, во-первых, здрасте, я к вам. Так, вот какое-то говно у нас бегает. Мне оно тут нафиг не нужно на острове на моем. Я сказал, на моем острове ты мне нафиг не нужно. Ой, это было больно вообще-то. Типа, больно. Так. Отлично. Выгружаемся. Так, дальше что мне нужно? Светлой ихтиозавр туда? Ну, кстати, он не подписан. Чей он сделанный, типа там... Новичка не новичка, так как у него просто тупо не влезло это в название. Так, ладно. Ну, синенький хотя бы, и так понятно. Так, хватаем все вот это дело. Вон он бегает. Погоди-ка, вас тут двое? Если вас тут двое, то было бы неплохо вас обоих притомить. Но по очереди. Так, по очереди давайте-ка глянем. Тут реально двое или это... Блин, реально два угря! О, это будет реально-нереально здорово, если я смогу их притомить обоих сразу же. Так... Так, ну, где-нибудь хотя бы вот так вот. Блин, я слишком мало сделал ворот, как я понял. И поэтому... Поэтому как-то все фигово, я слишком их мало сделал. Так, мне нужно сгонять на базу. Ну твою мать, а! Одна козлина суициднулась. Просто выпрыгнула и суициднулась. Я ненавижу этих угрей. Так, ладно, я тут пока что все-таки строюсь. Я продолжаю строиться. И мне вроде бы хватает. Чутка лишнего нахапал. Ну да ладно. И здесь нельзя пробраться. Отлично. Блин, странные суицидники. Бесите меня. Так, вот это тоже нужно убрать. А, стоять! Я мясо не взял! Томиться он вроде бы мясом. Да ладно, ты с этого края уже. Ладно, пофигу, короче. Главное сейчас взять мясца. Мясца взять улучшенного. В том плане, что... Конечно, лучше всего баранину брать. Вот. Ну, вроде как можно и обычным прайм-мясом. Медленнее, но можно. По крайней мере, я томил... А. Вон он бегает. Это тот нигер? Это тот нигер, наверное. Ну, да и ладно. Вот. Ну, в общем, вон они строятся. Как видите, уже птерчик
выдан, и все хорошо. Такс. Что у нас дальше? Ой, надо базу срочно строить. Меня бесит эти ублюдки тупорылые, которые думают, что им можно летать по моей базе. Убить охота. Ну, я это могу, конечно, сделать. Просто выбежать на рапторе и замочить. И он никуда не денется. Но да и бог с ними. Так, что мне сейчас нужно? Мне сейчас нужно мясо. Мне сейчас нужно прайм мясо. Этого, думаю, будет вполне предостаточно. Да свали ты, господи, дегенераты тупорылые. Да иди ты в очко, блин. Ну я же ненавижу, господи, ну вы же прекрасно это все знаете. Не, грубо, да, не спорю. Ну вы же прекрасно знаете, что я ненавижу, когда ко мне прилетают. Где Voice for what? Господи, что это? Я из-за этого чат отключаю. Реально, я из-за этого чат отключаю. Но я ненавижу, когда ко мне прилетают, тем более, когда я снимаю серию. А я снимаю серию могу всегда. Так что, чувак, не извиняй, но это суровая правда. И как бы, если ты смотришь мои выпуски, ты это прекрасно знаешь. Если ты из новеньких, ты теперь это прекрасно знаешь, то, что я ненавижу, когда ко мне прилетают просто так. Давай-ка вот не суицидничай мне тут. Так, срочно, срочно, срочно. Главное, чтобы он не успел засуицидничаться. Так, все, бежим, 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 бежим. Ой, да ладно, сраная акула, пошел в жопу. Ненавижу вас. Упорылая акула. О, угорь, ёпта. Иди сюда. Так, всем-всем закройся. Ёп, твою ж налево, это было очково. Ах. Они улучшены. И как их кормить? С руки. Так, ну, по крайней мере, угорь, он теперь у меня на базе тусуется, да? Это уже огроменный плюс, он у меня тусуется на базе. Огроменный минус, я забыл мясо выкинуть. Выложить, точнее. Так, взять все. Угу. Отлично, господи, его хоть немного накормить надо. Давай, 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 давай. Вот, собственно, вы прекрасно видите в живом, так сказать, в живой интерпретации, как нужно томить этого долбанного угря. Да тихо ты, жопа на своей, хвостом своим легайся аккуратнее. Давай. Ну давай быстрее, я уже не могу. Мне очково. Мне очково. Тебе 4 раза надо кормить, ты понимаешь? Тебе надо 4 раза кормить. Кстати, на левел не смотрите, левел там без разницы какой. Как он, по крайней мере, раньше был. Я вообще там третьего там ел, вообще пофиг было. Давай. Давай. Ну опять-таки все это узнаем. Все это узнаем. Ждите, пока проголодается. Да сколько можно? А-а-а, дурак, что ли? Пока снова проглотается. Да сколько можно? Закройся ты! И так нервный весь. Так, подожди. Автоклосс онли. Автоклосс онли. Отлично. Это долго. Это очень долго. Очень очково. Кстати, смотрите, вокруг него такие звездочки летают. Такого может затошнить, блин. Как погружение, вот медленное погружение в воду было. Сейчас я притомлю и покажу того чувака. Все-таки ты ж пытался поздороваться, я хотя бы тебе на видосе покажу. Вот трап. Это так долго. Ой, ёпта. Я успеваю задыхаться, начинается. Кстати, я всего лишь кислород на 100 вкачал почему-то. Я что-то затупил. Я уже все параметры качаю по второму кругу, а кислород что-то вообще ни разу не качнул. А что так долго?
Алло? А чё ты так долго? Блин, реально что-то он долго. Жрать не хочет. Эй, чувак. Может, ты все-таки хочешь хавать? Не, я боюсь в твоей голове подлетать, ну тебя в баню. Реально какая-то фигня. Ну хотя по сути здесь же как с... Вот оно. Здесь же как с этим идет. С мегапитеком. Ой, гигантопитеком. Он томится очень долго. Так, вот смотрите. Труп получается мой разложительно. То есть он убил меня. Было 15 минут. То есть сейчас по трупу будем забирать, сколько я его буду томить. Я не знаю. Это единственный таймер нормальный. Это какой-то беспредельщик. Я к нему подошел, он уже стал кормиться. Смотрите, время. Я к нему подошел, он уже типа такой, давай жрать, но я ему дал. Хо-хо. Могу томить. Отлично, отлично, отлично. Просто великолепно. И сколько времени прошло? Какая-то первая кормежка была дебильная. Тихо, дурак, не выпрыгни на... Стой, стой, только не выпрыгни на эту, господи. Не надо, не надо. Так, посмотреть инвентарь. Что тебе нужно? Что тебе нужно? Что тебе нужно? Альфа Херт и... Да, ничего не изменилось. Альфа то ДНК. То есть ему нужна альфа ДНК черепахи. Вот, в этом-то, пожалуй, и вся будет загвоздка. Ай, черт, меня законоебило! Застрял! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, погоди, надо как-то тебя... Так, сюда иди. Да стой, ты что ж такой быстрый-то, а? Ближе, 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 оп! Вот, теперь вот так, короче, тусуйся здесь и далеко не убегай. А мне сейчас нужно сгонять и чуть, ну, этот... усыпить эту долбанную гадость. Все, наконец выбрался из этой долбанной клетки. Нужно будет усыпить... Лягушку. Лягушку нужно уступить, да? Так, погнали. Сначала все я... Надо все убрать на базу. Взять нужные инструменты. Показать того чувака. Я был на нервах. Но все равно, как бы... Знай, чувак. Я не люблю, когда летает на моей базе. Так, что там у нас за трайп? А, вот тот самый волк, про которого я говорил, которого там наверху построился, вот здесь вот он построился. Кстати, а зачем тебе здесь вторая база? А, это твой плот! Ясно. Ну, больше похоже на вторую базу. Ну, ладно, плот так плот. Так, что у нас здесь? Пригодится. Погоди, ару. Ару, ару, ару. О, то, что нужно. 11 штучек дополнительных. Я сейчас стрелы переведу и в такие же стрелы, и все будет пучком. Так, все. Подготовка. А, ё-моё. Я забыл сказать, что у меня тут внутри. Я что-то поставил генератор себе. Я что-то поставил себе станок фабрикатор, который переключил на электричество. Я ж поставил себе холодильник, ёшкин кот, прикиньте. Вот, я поставил себе холодильник, токсигулатор здесь вот убивал тогда, да. Вообще все здорово. Живу, короче, припеваючи теперь. В том плане, что у меня теперь еда мало портится. Стал создавать электронику в какой-то веке потихоньку, и все хорошо. О, арбалет, кстати, вот. У меня босявенький такой есть теперь. Вот, тоже там, не помню, с кого-то выбил. Так что да, все здорово. Пускай там пока дождь. Ну, все, готово. Кстати, у нас изменили менюшку. Для вас уже давненько изменили. Для меня сегодня. Вот, сделали вот такое управление. Заходим в это меню, и вот они все дополнительные режимы. То есть вот сразу же можно... То есть по сути, по факту, здесь просто дополнительный режим. Сразу же можно группу изменять. Так, мне надо вот это вот. Конечно, раньше было удобнее в том плане, что было все в одном кольце, но сейчас ничего не теряется и все замечательно. Так, поставил его на нейтрал. Раптор у меня всегда стоит, боевая единица на нейтрале.
так что пускай стоит. Кстати, пойдемте, я покажу базу волка. Он здесь недалеко. Вот. Ёптель-моптель. Это что, ты что ли тут? Нет. Это кто там? Фер. Что-то фер кто-то там был. Фелмил. Фелмен какой-то, что ли? Вот он, кстати, база волка. Вот он, раптор волк. Ой, а что ты такого маленького-то раптора потомил? Я 110-го сразу томил. Я маленьких вообще убивал просто. И у тебя конкретное палево, где у тебя вход. Ну ладно. Блин. Голем такой пробежал, просто конкретный чучмек, ёшкин кот. Очень огромный. Ладно, погнали. Мне путь лежит, но у меня путь лежит на болото. Мне нужно срочно. А, вот еще волк. Блин, ну чуваки, ну не стройтесь вы на этих странных место рождения. Ну что вы творите? Ты сейчас просто тупо загнобил вот это весь участок. А, я вас ненавижу. Вот, знаешь, чувак, я тебя ненавижу. Вот, вот ты, чувак, вот ты волк? А, нет, ты Форекс. Ты Форекс. А, это Форекс здесь. Раш. А, это тот, который мне предлагал бутылку. Вот, знаешь, чувак, я тебя ненавижу. Потому что вы криворуки, блин, вы строитесь около металла. Вы нафига это делаете? Вы спавн металла. Ну добыл ты сейчас металл. И что теперь? Все, он там больше не заспавнится. Там пару руды заспавнится. Вместо огромного количества руды. Я не знаю, сколько там спавнится. Я тот дом специально уничтожал, чтобы только руда заспавнилась. И она, черт побери, заспавнилась наконец-то. Я теперь добываю больше металла. И не только я добываю. Вы страдаете таким идиотизмом. Ах, черт побери. Ну, не объясняю. Толку никакого. Так, ладно. Мой угорек живет, там все спокойно. А я побежал к болотам. Точнее, полетел. Ну, кстати, вот она, пожалуйста, ловушка стоит. Тоже владелец Раш. Вроде бы человек должен быть не глупый. Играет явно давно, раз может ловушки строить и так далее. Но такое учредить, это, конечно, да. Даже я прекрасно понимал в самом начале, и в первую сотню часов я уже знал, что если построиться там, то все, больше спавнится, лут не будет. Они такое чудят. Да уж. Ну да ладно. Болото. Да. Сейчас будет такая маленькая проблемка. В том плане, как я тебя буду усыплять. Вот, примерно так сейчас это все дело и будет происходить. Ага, здесь Мамонт, здесь Рекс. Отлично, я тащу. Блин. Реально, блин. Не, вас бы усыпить бы не мне. Ой, вей. 105 левел, отлично. Я что-то, мне кажется, я уже не хочу его здесь томить. А, точнее, усыплять. Там Сарка бегает, Аргентавис. Да, как-то все это не очень, я бы так сказал. Очень не очень, я бы даже вот так сказал, более правильно. В моей интерпретации это звучит очень часто. Короче, что-то залутал, валим отсюда. Это что у нас? Ай, господи, копье. Не, ну, кстати, нормальная пика. 157 дамаг, а не 156. Что-то я 150 увидел, а дальше уже цифру придумываю. Так, ладно, ну-ка, все-таки 156,9. Ну, я почти угадал про 157. Хотя я девятку, честно, не видел даже вообще. О, бруда. Так, альфа-волк. У меня надо лягушки. Лягушки, я думаю, все равно больше в том районе встретятся. А на каком же моде они там встречались очень много? Наверное, АК. Они встречались очень много. Аргентавис, ну мне его тоже ДНК нужно будет, я думаю. Чтобы выращивать своего. Ох, как очково, если честно. Как очково. Ну ладно. Меня на хихи может пробить порой из-за всякой фигни, так что все спокойно. Мы ищем альфачей и лягушек. О, Аргентавис долбанный.
Их что-то слишком много здесь. Ну ладно, поищу немного. Ах, черт побери, летаю. А они, оказывается, все здесь. И как мне сюда прийти и их бомбануть? Я не знаю. Черт побери, тут васарка бегают, вон лягушки плавают. И, честно, я что-то как-то очкую здесь находиться в целом. Да уж, блин, вы, конечно, извиняйте, но я хоть и говорил, что гамму включать не хочу, но... В других реалиях мне гамма не нужна будет, так как мне не нужно будет охотиться на альфа всех козлов. Ай-яй-яй-яй. Я не вывалился, отлично. Так, ты у меня на пассивке стоишь, отлично. Так. Ёлк твою ж налево. И как мне вас усыплять? Я даже не попаду же по вам. А вниз будет спускаться? Очково. Так как там? Сарка и Бионакс. Байнакс, как он там. Ёпарасоте. Это только если делать загон. Загон. Ёпта! Ты чё, козёл, там летаешь? Твою мать. Валить надо отсюда. Валить. Блин. Блин, они такие резкие. Это меня даже раздражает чутка. Загон. Это бегемот надо строить, ставить загон. Это без вариантов. Да, без вариантов. Не, ну я хотя бы нашел уже, это хорошо. Бегемота надо строить. Я не знаю, как их еще ловить. Я не знаю. Пишите в комментариях, как вы ловите лягушек, когда их томите. Ну, обычных лягушек, я имею в виду. Альфа чей-то редко кто ловит. Блин, целых 4 лягушки, потенциальные жертвы, так сказать. А я ничего не могу им сделать, так как они в воде, там, где бегают крокодилы и всякие ублюдки. Да. Ладно. Серия-то уже, по идее, это подходит к концу. Вроде лягушек нашли, а вот что-то как-то я очкую. Пытаться что-то делать. Ну и, конечно же, будем томить, а точнее, пытаться ловить лягушек уже в следующей серии. Ну а я с вами на этом уже, пожалуй, буду прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока.